Здравствуйте, мои юные друзья. Сегодня мы будем слушать Хесуса с плохим парнем. Трек называется «Майнкрафт». Друзья мои, напоминаю вам о том, что мы есть в Телеграм-канале, о том, что у меня есть две книги, которые выложены на Литресе, которые ждут, чтобы вы их почитали. Также напоминаю о том, что мы собираем донаты и на новую камеру. И еще у Максима есть игровой канал, куда он тоже ждет гостей к себе в гости. Погнали! Просто я играю в Майнкрафт. Эндермен хочет тут напасть. Я ему это не дам. Грифер, уходи отсюда сам. Она хочет трогать меня тут. Но я тебя сюда не пущу. Но я тебя сюда не пущу. Очень познавательная песенка. Шлюха. Вот это плохой парень должен петь. А на припевчике кто? Хесус? Майнкрафт. Эндермен хочет тут напасть. Я ему это не дам. Грифер, уходи отсюда сам. Про чё это, друзья мои? Про игру? Хочет трогать меня тут. Но я тебя сюда не пущу. Но я тебя сюда не пущу. В Майнкрафт. В Майнкрафт. Да, друзья мои, очень познавательная песенка. Песенка ни о чем называется. Ну, если как бы рассматривать, если не сильно придираться к песенке ни о чем, а оценивать исполнение, то, ну, я не знаю, кто есть кто, но вот я так подумала, что, наверное, на припевчике должен быть Хесус, хотя он же не рэпер, да, он же, кто он там этот, который говорит, да, блогер. Ну ладно, в общем, короче, тот, кто был на припевчике, тот молодец, было достаточно мелодично. Тот, кто был на куплетике, там было все пык-мык. Ну, вообще, возможно, так было все и задумано, не знаю. Вот, конечно, для меня так песенка средненькая, без всяких там вау, ну, ничего такого особенного, было как-то достаточно, ну, простенько, без огонька. Ну, если мы сейчас с вами оценим то, что у нас получилось, то получается следующее. По словам, по стихоплетству все было так себе, ни о чем. Ну, 7 баллов, ладно. Ну, вот по музыке, вот за счет припевчика вроде было неплохо. Вот, поэтому 8 баллов за припевчик поставлю. Ну, а по атмосфере, не знаю, Новый год, конечно, не знаю, что Новый год, что там, Майнкрафт или что. Ну, ладно, давайте по атмосфере 8 баллов поставлю. 23 балла делим на 3, 7,7 баллов. Ну, неплохо, неплохо. Даже, мне кажется, немножко выше, чем хотелось бы. Ну, это так, задаток на будущее. Ну вот и все, что я хотела сказать про плохого парня, Майнкрафта и Хесуса. Всем пока!